Так, стоим Солохард на ДК, у нас дабл мид и гуля в лесу. No каточка, наверное, проебанная, к сожалению, потому что у врагов пик агрессивный, у нас как бы тоже агрессивный, но у нас линии уебично распределены, поэтому мы, скорее всего, въебем эту игру 100% из 100. Вот. Поэтому пока стоим здесь, просто чилим. Зевс еще пришел, душнила ебаная. Не знаю, ну жесткий душниловский лайн здесь будет, конечно, пиздец. Надо пассивку взять, короче, не знаю. Да. I need no steed. Of course. Ну вот так вот выводим, ебать. Другому не никак. Пару крипсов чисто добить. Здесь вот так вот. Потеху мэйби сразу. I saw higher. By the honor of the ancients. By my blade. Of course. I'll take that. Dragon. I need no steed. First blood. ПБ еще Хускару отдают, короче, въеб. Как я и говорил, ну ладно, поебать. Тут ничего нельзя сделать, к сожалению. Есть сапог. Это успех, нахуй. Габелла. До побачення. Ну как тебе подобить? 3 стика зарядил клоуну. Надо, наверное, на пятом взять типа что-то такого нормального. Похуй знает. I'm under attack. The dragon waits. Yes. Yes. Парк еще уебанский мега. Swiftly. Со своим сетом, мега уебанским сетом. Уебанский сет максимальный. I take what I please. Лишайший крип. Проебали, 0-3. Че по счету? 0-2, 0-1, снайпер. Руины ебаные. Лишайше. Your bottom tower is under attack.
By the shield of Slimer. You wanted that. This is my life. Пассивку в 3 возьму, поебать, не ебет. Умирать меньше буду. По факту. Yes. Swiftly. Блять, маны нет на крипа. Никак. Ай, блядь, интересная игра. У него нет урона, чтобы меня убить, конечно, но, блядь, терять хп тоже не хочется. Ну, такое, конечно. Типа у нас играет, непонятно как. Что, все печально по фарму Monkey King, он, блядь, на фрифарме не может добить крипов. Пиздец. Жесткий напряг идет. Типа... Да, да. Your bottom tower is under attack. My shield shall clash. Your bottom tower is under attack. Onward. Who calls? Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is falling. МК вылетел нахуй с игры. Покинул нахуй игру. Страхи, ну блять, лайнинг ебал 1-2. Крипов, блять, еле добивает нахуй под фрифа. Блять! Ай, запизделся, не моя вина. Ты чё смеешься, уебан на ДК? Охуел, блять? Блять, запижу тебя, сука. Пидорас ебаный смеется. Бля, просто охуеть. Армлет инвиз по стариночке. Блять, не добил крипа. К сожалению. Не уверен, что я хочу как-то. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Чё, все лайны въебали? Молодцы какие, какие молодцы, какие молодцы. Your middle tower is under attack. Есть помощь какая-то? Понял, вопросов нет. Ну, въебаная игра, что сказать. Тип просто переключает армлет с периодическим уроном. По факту, без неотива, блядь. 1-6, ну вкриньте, моя командочка с нахуй. Это ебаный стандарт. Да, блядь, я не мог замутить. Ёбаный стандарт. ТП въебал. Просто почему нет? Просто пиздец. Вахуй. Не, типа игра интересная, а камбэкать как? Как играть, как камбэкать? Что делать, как вообще выигрывать? Лол. Конечно, интересные дауны. Пиздец, конечно, просто полный нахуй какой-то. Ай, тут, блядь, хуй знает. Тут хуй знает, как, конечно, камбэкач. I take what I please. Your bottom tower is under attack. To battle.
Yes. I'm under attack. Into a rage, I fly. I need no skin. Who calls the dragon? Типа вы видите сами, что за даун играют. Интересная игра. Угу. Кусик тут стоит, фармится. Нормально. На 7 звук еще. Интересно, блядь. Интересно, тут игры играют долбоёбы. Your top tower is under attack. I'll take that. Compelled to battle. Ой, блядь, ну что за дауны за меня? Ну почему, ебаный в рот? За что нахуй? Блядь, вот реально дауны ебаные какие-то, хуй пойми какие. Yes. Enjoy your last moments. И съебемся. Нормально. Да хуесос ебаный. I need no steam. Your bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Morgo, my hope. We cross sword. Higher honor. Yes. Yes. Your bottom tower is under attack. The dragon waits. Compelled to battle. Swiftly. Killing spree. Интересная игра. Who calls the dragon? Attack. Интересная игра. Dragon to the fray. Your bottom tower is under attack. Dire's turret has been killed. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Wimbley cuts deep. By the shield of Slimer. Блять, просто фидит, сука, уебище конченое. Просто конченый уебан. Your middle tower is under attack. Надо пойти просто монот хилить. The dragon wakes.
Просто, блядь, пришел, пачку мою забрал и просто 400 голды с пачки отдал. Молодец. Респект таким долбоебам. Сыншлюхи. Красавчик. Сыншлюхи на месте, сыншлюхи на месте. Your middle tower has fallen. Fly by my tower. Они бот типа пришли ломать? Ну да, получается так. Классная игра. Your top tower is under attack. Хорошая игра. Все мути. Ну а что сделать? Вот этому, кстати, репорт сразу. Челпик покупает бесполезную саблю вместо того, чтобы сделать фаст сильвер на сларке и потом выйти, как прошлую игру на сларке, когда я играл, купить скади и все, и убивать вот этих всех трех героев. У него не будет вампиризма от пассивки, у него не будет тоже вампиризма от пассивки. И, ну, скади покупаешь, это фривин, легкая игра. Типа этого не понимает, он покупает вот эхо саблю. Он думает, что эхо сабля, отдать 2500, половину скади, это выгодней. По факту. На ХГ мы можем нормально подефаться. Можем нормально подефаться. Ну, по крайней мере, не въебать все лайны. Что там происходит, блядь? Ёбнутый, нахуй ты на него идешь. Сука, дебил. Именно дебил. Просто сфидил опять Ускару, блядь. С аганимом почти. Или уже аганим, блядь. Пиздец. Ну просто пиздец какой-то. Въебали нахуй. Типа серьезно, это я должен как-то выиграть? Это должен как-то выиграть, как Найпандас выигрывали, я не понимаю. Ай, блядь. У Эрки нихуя нет. Ай, бля, я не знаю, что взять, типа... Who calls to Dragon Knight? Возьму вот эту хуйню. We cross sword. Переобузил, долбоёб. Переобузил, молодец. Клоун, блядь. Вот огненная уже заебись. Огненная, под огненной уже не забудешь, сынок. Под огненной, под нейтралкой. Попробуй, попробуй. Если у тебя скриптов, конечно, нет, сын дерьма. Килл я, и не я еще килл забрал, лол. Пиздец какой-то. 472, и это между двумя героями. Просто тилить нахуй. Справедливо. Ну и куда он, блядь, ушел? А, я понял. Таверну нахуй. Тип, будем его убивать? Не, тип не хочет драться с Саксом. АФК. Извини. Армлет выформил АФК. Можно и АФК постоять, правильно. Onward.
The dragon wakes. Классная игра. Хорош, спровоцировал, сынок. Бля, такой розовый, это пиздец. Вебка. Вебка за 5 рублей. Нормально. Вот он, мой кэрри. Это вообще пиздец, ничего не видел. Просто чел... Блять, 10 уровень, чел бежит сюда убить. Серьезно, гулю ты? Ты серьезно хочешь гулю убить? На боте файт, блять. I need no steed. Типа 5 фидел сын дерьма ебаного. А, и мы с ним контрится. Правильно. Согласен. Тут с иглы. Че там, сильвер будет? Будет сильвер. Ну, бля, за 2 сильвера будет нормально урезать. Но лучше бы уже Сларк покупал, блять. Раз он такой билд сделал, лучше бы он покупал уже этот себе. Скади тут, блять. Я с сильвером и так буду. Ну ладно, похуй. Чел опять поставился. Кто это, блядь, там? Гуля. Да, гуля пизда. Ну а чё, сам даун, сам подставляется, просто как дебил. Много времени, кстати, выиграл. Но у меня нет формы, я не буду там драться. И сильвер надо немного накопить. Без меня там как-то сами будут драться. Можно, в принципе, сюда чуть подвыйти. На лайн немного. Я думаю, вот на лайне чуть покачаться. Ебать, вышел. Бустов нету, в принципе, живу, заебись. Инвиз не контрится, как всегда. Это имбаланс доты. Подсъебались чуть наверх, правильно делаем. Опа, блять, можно разъебать его, кстати. The dragon waits. Соло. Опять-таки. Так, форму врубил, надо хотя бы покачаться или вышку снести. Не знаю, не дадут вышку снести, хуй знает. Одному страшно тут носить. Акса не вижу, Хускара не вижу. Хускар, скорее всего, лес просто хуярит, фармит. У них вардо, если они меня найдут, они, в принципе, никак меня не убьют, только если Зевс как-то ультанет. Единственный вариант, я вижу. И все, а так, в принципе, я выживаю. Бля, надо что-то купить, типа, выживаемости или барды какой, я не знаю. Сейчас пофармлю, на ТП, наверное, улечу. Хуй знает, тут делать нехуй. Можно МКБ сделать, но, блядь, она... ВРК не представляет никакой опасности, по факту. Сделаю просто аганим. Все, короче, съебываем. Сильвер есть. Можно нахуй поесть. Надо 18-й. Вот, у Сларка там, ну, нормально тоже, в принципе, игра идет. Ебать его в рот там, типов. Пизда. Сларк. Че, у всех сильвер? У него тоже, заебись, это хорошо, кстати. Пассивки вырубали, блядь. Лови, 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 блядь, его, он же ошибся, ёбаный урод. Ноль, бля, какие ж дауны, это пиздец. Помощь, помощь, помощи нет. Блять,
Все впитал. Ну, впитал все. Хускара и ультверки, они без кнопок. А я не мог там выживать, у меня нет выживаемости как таковой особо. Там нельзя было выжить. Это максимум я сделал. Я тут постарался, меня, блядяк, сука, спровоцировал. Провокатор. Просто Хускар. Но все равно они дауны. Пиздец. Такие лайнинги проебать, конечно. Мега дауны. Въебались чуть-чуть, да? Типы. Ускара, кстати, я ёбну, если он сейчас выйдет. А если не выйдет, не ёбну, очевидно. Ну, блядь. Непонятно, они чё, на топ пошли? За Рошаном? Who calls the Dragon Knight? Да хуй пойми. БКБ делает? На хусике. Ну. Yes. Soon. Давай на меня. О, помощь. Сларки ебаный. Нет, он просто смотрит. Просто ебаное уебище. Просто лес. Я просто лес пойду, мне похуй. У меня тип просто АФК стоит, я не знаю. И вот это вы хотите сказать, еще должно быть как-то на доверии, сыгранность, еще что-то, блядь. Нет, нахуй. Тип просто развернулся на 360 градусов и съебался. Я также буду делать. Специально куплю нахуй для этого блинк. Чтобы выйти с Сильвера, поспиздить килл и съебаться. И съебаться. Пидорас конченый. Просто буду АФК фармить. И все. Просто ебаная мразь на сларке. 3-2-2-шная хуйня. Вы серьезно хотите сказать, что у такого человека есть мать? Пиздец. Не знаю. Безмамное животное. Кстати, там у Брисла много лол тарасках. Этот нормально. Можно пойти отыграть чисто с вот этим типом. С агрессивным, потому что Сларк ебаный хуесос нахуй. На базе стоит, блять, дрочится. Синий ебаного дерьма. Пошли со мной, лоу ёбище, почему ты отступаешь, я не понимаю. Почему он отступает на Бристлбеке? Ну, блядь, ты же агрессивный игрок. Почему он отступает? Ну, блядь, почему? Пиздец. Пизда мне. Подсъебусь чуть-чуть. На стиле. Как умею, нахуй. Пусларка научился, блядь. Просто вы посмотрите на эти сыны, блядь. Это где сдохло. Ёбаный урод. Что, блядь? Тип топор покупает? Вопросов нет. Просто сын, блядь, на Сларке умирает. Фидит кому? Фидит, сука, Аксу? Просто черт ебаный. Ебаный, сука, черт. Ой, блядь. Акс вот тут качается. Хуй помиди, Акс. Акс меня соло не убьет, типа.
Вот он. Ну поебать. Я отступлю. Опять он умер? Или кто там? Бристлбэк умирает? Пизда Бристлу. Нет, ну бля, я говорю, Бристл там отражавшийся. Я говорю, надо бы с Бристлом всю игру сейчас, ну не всю игру, вот здесь надо бы с Бристлом играть просто и все. Он меня увидел, что я в инвиз зашел. Ля, посмотри. Чисто, долбоёб, ты посмотри, ля. Фоткает нахуй. Соло, соло, блядь. За все, блядь, за расплату, нахуй. Сюда, сынка ебаного. Бля, солевая игра какая-то. Просто соло не дал расфармиться Monkey King. Просто чуть-чуть его поунижали, нахуй, это пиздец. Просто Monkey King слабенький, это пизда. Оп. Сюда, блядь, клоуны. Долбоёб, шо с ебалом. Стан ты мне даешь, да? Палку ты мне даешь, сынок. Пиздец. И умер еще, да? И умер еще нахуй. Красавчик, блин, подарил. Сын дерьма, блядь. Блядь, слабый. Тут слабый герой. Сатаник. Yes. Сатаник в Сларка покупать. Это гениально. Genius, yes. Genius, нахуй. Genius. Так, ну там он не умрет, его, бля, вообще похуй. Его даже хоть, блядь, на секунду, на 5, на 10 лет разверни, блядь, лицом, эти ебло набьет. Это немного не так работает, чтобы против Бристлбека сражаться. Да, бля, все, пойдем заканчивать, что-то делать, блядь, ебаный урод. Ну, бля, я считаю, блядь, солевая игра. Тут ошибка была, и вот здесь. То есть две смерти глупых. А там две остальных смерти, это уже не моя вина, когда меня вот здесь убили с Веркой. Здесь просто, ну, Хускар расфижен, и типы просто поумирали от Хускара. Суки ебаные. Не моя вина. Легчайшая. Солевая. Солевая. Чё, сагрил клоун? А у меня еще стан есть, блядь, прикинь. Оп, чуть посъебаться. Оп, чуть посъебаться. Оп, еще чуть посъебаться. Нормально. Ебать, развел на мувы клоунов. Соло, блядь. Соливарского. Не, это реально соляра просто. Там типы пытаются зафокусить Бристлбека. У одного Сильвер, у другого, блядь, Аганим разворачивать. Типы не могут убить этого Бристлбека, молодцы. Хорошая игра. Соло. Бля, какая же соляра заливается, это пиздец. Ебать там его в рот, нахуй. Это я так. Это я так чисто, чтобы интересно было в конце. Подфидел чуть-чуть. Ну тут пиздец, конечно. Тут просто уже пиздец, конечно. Да. Ну окей, Бристлбек и я засолили. Вот эти все клоуны остальные, ну, ничего не делают. Нормально. Ну а тут чуть подфидел. Считайте, у меня счет 10-2-7, если что. Опять-таки, те две смерти, когда Сарк меня поставил хуесос, я изи файт забайтил. Здесь, когда вышли на меня, Ак здесь съебался. И вот здесь тоже я не считаю. То есть 10-2-7. Здесь я просто чуть сфидел. Здесь чуть сфидел. И все. Такой видос, нормально. Соло. Блять, два раза хлопну, как даун ебаный.